Показываю типично питерскую картинку. Справа новый ухоженный стадион. Слева убитый ушатанный двор. Что тебе нравится больше? Покажись, красотка. Покрутись. Айц. Прикольно. Еще разок. Красотка. Давай розовую. Вот это клево, мне очень нравится. Мне вот это нравится. Ну как тебе? Садишься в кресло и летаешь? Тоже хочешь? Ты понимаешь, что как клево быть ребенком. Здесь не только профориентация, здесь все. Типовой отчет. Девочка Маша, 4 года, ее формула пальцевая, отпечатки пальцев. Основана все на науке драматоглифика. Типа образования подробно, то есть вот что легче человеку дается, что сложнее. Направление профессиональной деятельности, коммуникации, практика, аналитика. Сферы профессиональной деятельности, творчество, инновации, спорт, модели самореализации, управленческая, корпоративная, профессиональная. Степень риска здоровья, предрасположенность, это все вот именно генетическая информация от предыдущих двух поколений. Как именно. Также потенциал, общий физический показатель, это по спорту очень подробно, каким видом спорта заниматься и добиваться максимальных результатов. Потенциал нервной системы с графиком, подробным описанием, темперамент в процентах с подробным описанием. А с какого возраста здесь можно? С 7, да? 8. Ты бы смогла сделать такого из лего? Сейчас скажу точно, Ларос переобулся все. Не, нельзя. Скажут, ФСБ, наверное, приезжала. Угрожала. Нет, ну, с одной стороны, вот такой красота. А с другой стороны, такой дом страшный. Нет, да, она пахнет. Ну, так все сразу-то не сделать невозможно, это тоже факт. Вон, там газончик красивый, здесь газончик красивый. Смотри. Да, машину эвакуируют, которая встала неправильно. Не, поэтому, правде в глаза-то глядь, делается, причем реально очень много. Хотелось бы, чтобы уже больше было сделано. Естественно, хотелось бы, но...
Такое ощущение, что у белорусов, знаешь, сперли такие вот всякие. Вот они же в Беларуси тоже везде. Вот эти всякие телеги, да? Чтобы вы понимали, мы сейчас находимся в паре километров от озерков, вот, которые я вам показывал, где разруха и ужас. Как видите, здесь очень красиво, очень чистенько, очень ухоженно. Чему это я говорю? Потому что, не знаю, на волне хайпа вы не велись на всякую херню и понимали, что я буду снимать все. Если есть за что хвалить, я буду хвалить. Если есть за что ругать, я буду ругать. Высказывать, точнее, свое мнение. Прислушиваться к нему или не прислушиваться, дело лично каждого из вас. Как и, в принципе, смотреть канал или не смотреть.